Привет, меня зовут Виктория Белякова, и я профессиональная актриса. Я окончила в ГИК мастерскую Владимира Александровича Грамматикова. Мой рост 170 сантиметров. Я пою, у меня сопрано, разговариваю на английском и французских языках. Также я танцую, contemporary, джаз, хип-хоп. Сейчас я являюсь лицом компании Теле2. Также я работаю в спектакле «Перевернуть игру», играю с Дмитрием Маликовым, режиссер Ольга Субботина. Также я снималась в таких сериалах, как «Полицейские с Рублевки», «Домашний арест», «В чужом краю», «Око» и многих других. Буду очень рада сотрудничеству и желаю вам прекрасного дня.